Кушал. Рыбку съел? Все, погнали. Кого валить? Всех! А где? Это с музыка ломатовая будет. Только далеко от центра не убегай, понял? Что это за сундук? А что я сундук ему? Это мимик. Старайся держаться возле центра. Так, я включаю этих хмырей. Все, начинаем веселье. Так, ты обе включил? Нет, одну включил. Не, одну включил. Ну, постараемся тыковками все делать. Что вообще происходит? Я просто стою. Не знаю, просто убегай, убивайся. Сейчас мы тыковками, думаю, все сделаем. Хоть прицелься в кого-то пиранья, один раз пальни. Да я уже так делал. Постараемся такую тактику. Я в мимика старался, а он какой-то... Ай, что это меня ударило? Это вы меня ударили? О, лянь. Ах, чё это не бегает? Зажми, держи. Не мочи их. Ему плохо. Что он крутится, как дурак? А кого вы там валите, или вы просто мех? Мы бьем этих слизней, из них падают эти тыковки, ну, летят тыковки. И они бьют их. Ой-ой-ой. Что это за геликоптер? Зажми на него, что ты... Вон, дерево пришло. Дерево зажми, давай. Где он? Ну вот, слева. Понятно. Что меня бьет вообще, не понимаю. Ой, пиранья. Ой, это. Короче, ну их нафиг этих слизней. Деревья надо мочить. Ну что за херня? Я получше тебе на домике буду сидеть. Ох, что это за дурачок идет? Пряничный дебил! Он сдох. Тут Дед Мороз пришел. Коля, ты хоть кого-то вываливай и изредка хоть. Не, я вываливаю. А шо, мне плохо. Дед Мороз! Как хильнуться? Зельки схавать. А, у меня есть такая штука. За зелье я уже схавал. Ну там пробегись по сердечкам справа. Дед Макар получил жалей. Там мне кто-то валит, я вообще не пойму кто. Дед Макар! Ёбаный рот. Ой, виверна. Она так мимо проходила. Еще один Дед Мороз пришел. Коля хороший помощник. Я очень ему помогаю, не знаю зачем я ему. Я не знаю. Зато количество мобов больше. Зато будешь знать, что здесь такая жопа происходит. Ага, я пробежался, хинулся и умер. А, кстати, да, мне надо здесь спаун поставить. Я поставил уже. А я забыл. 9-го у нас сам. 9-я? А что-то как-то быстро. Да не сильно быстро, мы до 9-го всегда доходим. Ой, Дед Мороз. Что он хочет? О, да, кто пришел? Где я? А, я в домике. Ой, я его убиваю. Армаз убил Деда Мороза, да. Надо сердечки взять с него. Все. Не все. Я буду в доме. Виверна тут. Виверна там по частям желтая. А подпаливаешь ее, да? Ну не подпалю, я типа ичорю. Или как это так правильно назвать. Ой, я сейчас так умереть могу. Ну можно и вниз спуститься. И собрать сердечек. Если мы сейчас не придем, то придется Курояра. Ой, я кого-то вываливаю. Сейчас не получится, тогда придется Курояра звать. Да не то чтобы не получится, просто мы тут тупим, и Коля там вообще в панике, ничего не понимает, что здесь происходит. Да, я не понимаю вообще ни капли. О, Гарпи убил. Польза. О, пришла. Польза. Вываливаю ее. Это сволочь летающая. Вот эту кусай и все, и жуй. А я, кажется, кусаю ее. Главное тебе ее кусать. Где она? У меня еще лагает немножко. Не, ну у меня тоже как бы лагает. У меня все норм, кстати. Все чистенько. О, попал. Ну все, держи ее. Это самая дрянота. Ее моя рыбка кушает. Она самая противная. Может? Вообще-то может. Она вообще все может. Но она же сдохла. Она сейчас будет еще прилететь, тут еще одна. Их там до хрена будет. Эй, она меня заморозила. Сволочь. Я, кстати, прикинь, еще с обычным без маски бегаю, прикинь, ну, то есть без хила. Без хила? Да ты что, сдурел? Я без хила бегаю. Вы там это, кусаете еще королеву сверху. Хотя я сейчас сейчас буду надевать хил. Я ее уже добил, правда. Ой, она уздохла. Сердечки надо чуть-чуть. Сердечки оставим. Пусть будут. Вон, сердечки возьми, если не хватает. Не, у меня 500, я все. Ой, королева тут еще. Тут скелет, видишь, где дохнет? Тихо, я королеву ебашу. Молодец. Видишь, где тут скелет дохнет, Коля, видишь? Вижу. Туда подходи, там тыковки. Я в нее попал, я Оля, там тыковки за ней полетели именно. Да я уже пытаюсь как-то ее догнать. Догоняй. Ой, я елку. Да, ну это хорошо. Я елку выношу нахер. Блин, она меня заморозила, прям когда мимо меня пролетел. Я хотел ее побить. Отстреляйся, аж нажми. Я мороз.
я знаю, что у меня мало здоровья, но у меня кулдаун 1 секунда. Я кого-то внизу вываливаю тотально. Молодец. Ага, я сейчас тоже вываливаю. Да королева сейчас сдохнет. На, пучи. Ой, мало хп. Ой-ой-ой, да, мало ой, хп. Ой, о, ой. О, сердечки. Я парочку взял сердечек. Еще одна прилетела. Сволочь. Я в нее попал, сразу. Блин, ну без сила, конечно, я не сильно тут держусь. Да блин! Ставь хил, не тупи. Черт! Что, все сдохли? Она меня догнала. Мои все бафы, куча бафов. А, да, кстати, она уже сбрасывается. Сейчас надо быстро. Ай! Ну ты сдохнешь, ой, пряничный дебил прошел. Ай! Успеваешь, да? Успел пробафаться, конечно. Ага, били. Кто-то живой есть? Я. Молодец. Я без хилок. Кстати, Коля, уворачивайся от кристалликов. Я как понял. В игре. А, не надо меня, чувак. Логика. Странный. Так, надо бафнуться. Где тут спрятался под этими слизнями? А, 42 хп. Ой, жесть. Помогает, да? Еда. Да, вот эта хрень помогает. Мы справляемся лучше или нет? Мы до какой 14? Вроде не совсем. Мы до 14 доходили. Обоссать ее. Обоссы ее нафиг. Нет, я буду жить. Я под навесом этим прячусь. О, капец. Иди нафиг. О, вертолетики пришли. Блин, вот когда тебя убивают, потом бафаться не успеваешь и все, и хана тебе. Ничего не успеваешь делать. Я пока не сдержусь. Йоу. Я пока месте умираю. Ну не хочу я опять умереть. Ты жалить. Появляйся, нажимай H и беги к скелетику, там с него хпшки падают. Да я буду сейчас с кинжалами хилять. Да ля хана она там творит, кошмар. Ага. Вы что-то опять умерли? Что творите? Да это я умер, я ее добил зато. Да блин, опять эти королевы, надо кого-то другого мочить, а не королевы. За нее очков не так много дают. Ой-ой, она меня фаршурует. Вертолетик. Ой, она фарширует так меня. Так что двигайся. Коля на месте стоит и да говорит. Нет, она мне не давала. Ага. Подарки у меня убили. Подарки нельзя принимать, это плохие подарки. Это плохие это. Это подарки для непослушных. By present. Забавно. Конечно, я люблю чуть-чуть справляю, но у меня жизни мало. У тебя жизни мало? Да. Ты уверен? Да. Где посмотри, она? Посмотри на мою жизнь. Я ее поймал, я ее поймал. Ну вот и все, кусай ее. Ну только не умри. Не, я в домике сижу. Ой, она ко мне пришла. Иди ты нахуй. Она в кости не зайдет. Да блин, задолбала. Добей ты эту дуру, у нее там жизни осталось. Ой. Понятно. Все понятно. Я беру уже хилку, потому что что-то... Да потому что без нее нереально. Эльфийская морда. Кстати, у нее башка, кажется, светится, когда она... Да насрать, я сейчас добью уже. Сволочь такая. Блин, я еще и ботинки... Ну вот 14-я волна ваша. Прикинь, я еще ботинки не снял. Я с этим бегаю. А, кстати, я тоже не поодевал всего. Короче, тупанули, ну ладно. Я тоже полезного не поделал, я позабывал вообще. Кто это пришел? Йети какой-то. На 15 волна, что ли? Йети у нас еще не было. Не, это 14-я. Так сколько волн всего? 20. Но мы не успеем. Никак. Уже он больше половины прошло. Ну вон, где луна, я вижу вот. Ну она справа, она уже все. Скоро закончится его дерево. Мистер Ёлочка, получай люлей. Надо дерево мочить. Я сейчас его выбуду, смотри. Все. Так, баф. Да иди ты нафиг, скотина. Иди сюда. Я с ребром стараюсь, с тобой тут подам. Ой, я ее пожег. Да где она? Где она? Да летает тут, сволочь. Я пойду к ней в гости. Не знаю, она в космосе где-то. Ой, у меня 30 хп. А кто выключил ловушку? Не знаю. Я не выключил. Я вообще ее не трогал. Все, улетело. Я не знаю, где она. Какая волна? 14-я? Ну да. Черт. Дайте еще раз сейчас. Только ты не похавай. Да. Так, только мне надо будет одеть. А почему ты вот это вот бросил убивать слизни, я понять не могу. Это ж была потому отличная что... атака. Потому что. Это хорошая тактика была. Ох ты, монетки. Сердечки. Там монеток хватает, да. Ого. Ромас. Кто-то стонет. Перегарпи, ё-моё. Короче, я тут два слота поменяю, я возьму хрень, которая вызывает звезды это, и... Эльфийский этот выпал. Позволяет а мне дольше мигать.
Мне тут вообще много чего выпало. Эльф, нет. Эльф, нет. Очищу вас в огне, ребята. Да, да, Коля, возьми, слышишь, тут как раз куча слизи падает. Возьми, может, огнемет тогда. У меня 570, у меня 570 слизи. На, Коля. Сейчас, ладно, я пойду есть, дай в домике зашел. А, в домике? Я тебя не вижу. Да, вообще классно их выжигать, по 100 урона, по 40. Да не, надо просто не пиранье все-таки, меня луком, потому что они вот это летают, а я начинаю пытаться сфокусироваться на какой-то цели, и потом умирают. Так только у тебя от лука. А? Нет, так пиранья аж перепрыгивает, или она не перепрыгивает. Я тебе говорю, Коля, возьми лучше пулемет и самонаводящиеся патроны, и все. Либо вот этот классный огнеметик. Да, огнеметик от толку ноль. Да ладно, он тут поджигает. Блин, у меня все поджигает, у меня перчатка. И вот эта хрень в том числе. Опять вот это... О! У меня меч выпал, Ёлка выпала. Меч выпал. Ёлочный, да? Да. А он игрушками кидается. А что они делают? Всё, я сейчас пройду скоро. А что они делают? Он считается там крутой, кстати. Ну не знаю. Он не зажимается, как Муромаса. А, да, да, херня. 102 урона. Слабенький урон у него, он просто как игрушками кидается. Прикольно. Я Дед Мороз подарки тебе принес. Кстати, прикольно выглядит игрушка. Я ломал стекло. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Гравитации подвержены. Да, не хватало еще. Лол, смотри, что мне выпало. Древний золотой шлем. Спасибо. На еще. Не, нафига мне два? Не знаю. У нас верстак тут есть же, да? Да, вот он. Я на нем стою. А, да, окей. Я хочу просто подарок сделать, но... А, души мне не хватает. Ну ладно, побежал тогда. Побежал я. У меня есть полета.